Почти 30 миллионов тенге штрафов. Санитарные врачи вместе с полицейским рассказали о результатах мониторингов этого года. На них 23 специальные группы с января выходили больше 1300 раз. Эксперты посетили почти 10 тысяч объектов. Какие нарушения выявили, расскажем прямо сейчас. Совсем не список почета. Это данные санитарных врачей, из которых становится понятно, где сверхзахстанцам закон не писан. Чаще всего в 2021 году нарушали карантин петропавловцы. Вместе с ними в тоске по жизни без пандемии в отрыв уходили жители Каинского, Тыншинского, Жамбылского и других районов. Где-то больше, где-то меньше, но отличились все. За выявленные нарушения по материалам органов внутренних дел и экстренных извещений из координационных центров составлено 464 протокола об административном правонарушении. За нарушение карантинно-ограничительного режима и требований санитарных правил наложено 434 штрафа на общую сумму 29 902 076 тенге. Душа требовала праздника. Сильно расслабившись, очень часто в 2021-м сверхзахстанцы платили за желание провести или организовать массовые мероприятия. Индивидуальные предприниматели за такой порыв отдали почти 1,5 миллиона тенге. Организаторы мероприятий заплатили больше 700 тысяч тенге штрафов. Администраторы заведений и другие ответственные за них лица отделались легче всего. Госказну они пополнили всего на 218 тысяч тенге. Все это результаты совместного мониторинга санврачей и полицейских. С нарушениями карантина в этом году они столкнулись 765 раз. 56 нарушений у нас только выявлено в кафе и ресторанах. Банные услуги также не предусмотрели свою деятельность. Это у нас 6 нарушений такие. Магазины не соблюдают как масочный режим, так и карантинные ограничения. Социальную дистанцию это выявлено 127 нарушений. 3 человека у нас покинули домашний карантин. Не ограничили визиты знакомых, это вот проведение на домах, снимают частные коттеджи, это было выявлено 50 нарушений у нас таких, проведение семейных мероприятий, 14 нарушений. В общественном месте без маски. Таких североказахстанцев полицейские встречали и напоминали об административной ответственности 445 раз. Это нарушение за последние несколько месяцев стало самым популярным. Всего мониторинговые группы в области 23 с января провели 1316 рейдов. Специалисты проверили почти 10 тысяч самых разных объектов. Дарья Пашманцева, новости МТРК.